Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны. И в Астане, по сообщению Казгидромет, рабочая неделя начнется с метели, гололеда и сильного ветра. Такая же погода ожидается и в Акмолинской области, только порывы будут еще сильнее, до 28 метров в секунду. Синоптики предупреждают о штормовом ветре жителей Уральска и Западно-Казахстанской области. Порывы в регионе местами будут достигать 20 метров в секунду.